бы пошли на рыбалку на охоту с таким? Нет. Жалко? 105 тысяч. Нож с берестой. Да. Береста же имеет право на... Да, 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 конечно, конечно, конечно. Ну, я не знаю, а масло что, отменили? Он не заточен, это получилось просто вилка. Я бы вот заточил бы еще и сделал бы ножом. Смотрите, да. Для рыбалки, для добивания рыбы. И, конечно, женщина, когда увидит мужчину на кухне, в переднике, да с таким ножом, о, сколько у вас детей будет. Вы такой бы себе взяли? Конечно. Одобрены. Только есть еще такие, они еще и плавают. А, ну это, знаете, бренд, да. Не можешь купить шубу, покупай ватник. Друзья, всем привет! Мы на выставке «Клинок» с Виктором Николаевичем. И мы будем искать ножи для охоты, для рыболовства, нож для Кузьмича. Все, ну, правильно? На самом деле для меня кухонный нож – это лучше. А для Кузьмича, конечно, для охоты, для рыбалки. Обойдем несколько стендов, посмотрим, что интересного ребята приготовили. Пошли? Да. Мы пришли на кузницу «Акелла». Здесь широчайший выбор самых разных ножей, от авторских до рабочих. Я подумал, что тут мы точно найдем с вами нож для Кузьмича. Ну да, тут большой. Я лично от себя выбрал вот такую вот финочку. Подумал, вам понравится. И в руку приятно, да, ложится, да, да, и клинок, да, узкий, юркий, и нож не тяжелый. Да, и для добивания хорошо. А такой нож? Ну, не знаю, чувствуешь себя Бармалеем каким-то. Ну, он хороший, очень хороший. Ну, это же нож, он такой для рубки в лагере, вот так вот перехватил, так маленечко веточку какую-то подрезать для костра, чтобы топоры не доставать. Ну, это жалко будет. Ну, он красивый, да, больно, не, ну, ножи должны, ну, работать, не мочите, ну. Видите, какой красивый. Это, ну, на что глаз ложится? Ну, тут такой широкий выбор, у меня глаза разбегаются. Вот это авторское изделие, которое на подставке. Да. Паутинка. Да, да, да. Кузьмичу бы такой понравился? Да. Ну, тоже, он, ну, его дома поставить и любоваться. Огромное количество ножей, которые, ну, вот, нравятся, но ты понимаешь, что нифига ты с ним не будешь делать. А если такой совершенно утилитарный рабочий нож, например, а вот такой, ну, нам Санчес говорит, вот, вот. Хороший, но он такой напоминает штык какой-то. Ну, это тоже лагерник. Да. А я сам люблю, когда нож поменьше, поаккуратнее. О, мы нашли с вами финочку. Ну, да. Я к финкам отношусь с большой теплотой. Это вишня NR40. Угу. Уже такой классический для современной России тип ножа. И упоры есть, и достаточно длинный клинок. Да, он легкий. А вот, например, такой совершенно простой нож с берестой. Да. Береста же имеет право на... Да, 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 конечно, конечно, конечно. Ну, только за ней надо следить хорошо. Она как может и обидеться, и так, знаете, бывает... Он вылезает. Да, да, да. И тогда жалко его, и он начинает шелушиться. Но береста как приятно лежит на самом, да, деле. Да, вот, да. Кто долго работает ножом, тот понимает, что когда рука натруженная, она прям, она же пружинит чуть-чуть. Вот у нее есть такое ощущение, как будто она маленечко проминается и дает очень уверенный комфорт. Рука не мерзнет никогда. Не мерзнет. Даже если кровь попала, и по идее ты начинаешь уже... Это нет. Если смазан, то хорошо. Да, да, очень хорошо. Вот мне чем и нравятся ребята, ну, в Акелле, что они делают прям самые разные ножи, потому что вот... Ну, тут у нас и акрил, посмотрите, такие, да, соты красивые. То есть любой тип рукояти, любой тип стали, от самых универсальных ножей до каких-то премиальных. Вот, ну тоже, вот я хожу по выставке, да, смотрю, ну вот это такое ощущение, что для женщин сделал. Женщина идет, о, есть красота, и она сразу может нырнула. Быть, может быть. А вот такой, мне кажется, более мужской, такой брутальный нож. Стабилизированная, да, вот деревяшка на рукояти, он такой тяжелый. Ну, тяжелый. Ну да, и рубить, ну, и можно. И подрубить можно, и кость, может быть, там, если что, перебить. Да, хороший нож. Кузьмич такой бы себе взял? Нет, пока не нашли. Пока не нашли. Ну тогда я думаю, что мы еще на других стендах посмотрим. И тут еще что-то нам приглянулось? Нет. Нет? Друзья, мы идем на другие стенды, и наши девочки Санчес помогут еще дальше выбирать ножи. Друзья, мы на стенде ПП Кизляр. Это крупнейший ножевой производитель. Мы недавно ездили на завод, снимали. Это огромнейшее производство. Они выпускают до 30 тысяч ножей.
Мы выявили здесь новый поезд и дальше двигаться по белым указателям. Ну вот, Леонид перестал нам мешать снимать видео, и мы продолжим. А ребята выпускают до 30 тысяч. Да что ж такое? Так вот, они выпускают до 30 тысяч, сейчас наговорились уже нас со сцены, и мы можем продолжить. До 30 тысяч ножей в месяц они за счет вот этого огромного производства, за счет того, что они все делают сами, от нуля, в общем-то. То есть у них все даже ремонтозоны, они производят сами свои многие запчасти на станки, то есть они полностью обеспечивают себя сами. Ножи достаточно бюджетные и доступные. Мне эти ножи нравятся за счет того, что это ножи такие практичные, походные, легкие, которые вот действительно ты берешь и знаешь, чем им пользоваться. Вот одна из последних у них моделей, это нож, который разрабатывался вместе с товарищем Завьялова. Это финка РФ называется. То есть по мотивам традиционных финок, но и современных материалов. То есть это рукоять из эластрона, грибочек традиционный и простой клинышек. Нож таран. Это уже такой помощнее, посерьезнее, живопыр такой. Они идут с пластиковыми ножнами. То есть вот финка идет, классические ножны. Которые, знаете, как у Моры были тоже. Все надежно фиксируется, все носится очень удачно и все легко моется. Ну и традиционные уже ножи. Финский нож. Финский нож, так сказать, в кизлярском исполнении. Хорош, вот это хорош. Вот еще хотел показать, у них были вилки интересные, которые... На базе такой же ножи была вилка. Знаешь, с собой в походе ходишь, носишь, а у тебя там еще и вилка есть. Но они сделали и вот такую вилку. То есть это такая практически... Это средневековье какое-то. Холодная вилка. Средневековье, ты бьешь, я потом ломаю. Большущего кабана, когда будешь есть, разделывать, чтобы переворачивать куски мяса. Вот такая интересная вилка получилась. Но не заточена. Нет, это вилка. Он не заточен, это получилось просто вилка. Я бы вот заточил бы еще и сделал бы ножом. С одной стороны, да, тогда что? Ну, хотя бы с одной, да. Ну, обоюдно уже. Нет, про кизляр я думал, да. Вот у нас войдешь куда-нибудь в магазин, и там огромное количество кизляра. И это нож, ну, как бы такой... мне нужен нож, пошел и купил. Да. И он дешевый, и я понимаю, что они все время берут какие-то модели, которые ходят там, где-то у кого-то, они удачные, неудачные, они смотрят, вот модель хорошая, вот это, ну, просто вот шведский, да, сзади у него штука для того, чтобы колотить. Там. На самом деле, они много и своих моделей, потому что они... Свои есть, но они не впечатляют. Давно. Они все-таки, они такие для кавказцев, свои модели у них, никуда от этого не деться. А такие европейские модели, они все-таки вот посмотрели. И в этом нет ничего плохого. В этом нет ничего плохого, потому что это надо... не плагиат. Это не плагиат. Все равно же люди делают это руками там. Да, это делается на огромном заводе. Мы вот посмотрели, скоро у нас на канале выйдут выпуск как раз из экскурсии по заводу. И о ножах будет интересно посмотреть вообще, как производятся вот ножи на таком огромном производстве. Потому что я был впечатлен. Да. Мне очень нравится вот функциональность, то, что ты сделал. Угу. И можно постучать, можешь разрушать вот эту эластроновую рукоять. Да. Угу. И то, что она не скользящая. Да, ну, это хорошие, практичные рабочие ножи, которые такие очень достаточно понятные. И недорогие. И недорогие, да. Они, конечно, тут ценник на самом деле очень смешной. То есть это хорошие, бюджетные рабочие ножи. Понятные. Но это такой переходный все-таки этап. Ты... как бы увлекся, обсмотрел все, попробовал, а потом ты делаешь шаг дальше. Шаг дальше. И как ты приходишь и говоришь, а давайте-ка мы сделаем нож. Покупая кизляр, ты должен повесить замок на язык и не говорить, давай там. Ну, ты знаешь, у меня многие вот в группах моих туристов ходят, которые берут, потому что как раз именно они не знают. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы сейчас видео снимаем, извините, можно вот на секундочку? Мы доснимем и продолжим. У нас все время кто-нибудь подходит, хотел потому что продать, народу... не получилось. Народу очень много. Сегодня первый день выставки. Мы с Виктором Николаевичем просто отбиваемся. Ну что, друзья, идем дальше. Я передаю Виктора Николаевича в руки наших девчонок. Всем привет. Я наконец-то познакомилась лично с Виктором Николаевичем. Принимаю эстафету от своих коллег. И сейчас мы на стенде B-Knife. И я подбираю нож, который меня больше всего зацепил, который мне понравился. И, на мой взгляд, он больше всего будет подходить Кузьмичу. Начну с небольшого. Мне очень нравятся эти финки.
финки от Алексея Полякова. Они тяжеловаты, но мужчине с большими сильными руками они подойдут. Что очень нравится? К110 вполне себе рабочая сталь. Финиш клинка позволяет делать работу и не оставляет следов. На самом деле, я сама столкнулась с этим в этом году, когда ходила в поход. У меня был К110 полированная, и после горячего пошла, конечно, пятнами. Второй нож, который мне очень понравился, уже полноразмер, опять же, для красивых мужских рук, это нож Геннадия Дедюхина. Рукоять битый камень, сталь Элмакс на рукояти, порошковая сталь. Прекрасно, здесь уже мы видим совсем другой финиш. Яркая рукоять, чем мне нравится. Если, опять же, берешь с собой поход в лес, бросил в траву, всегда можешь найти. Этот нож не броский, но я думаю, что если на карман, то по весу поймешь, что его нет. Этот можно увидеть по цвету. Как впечатление? Хороший. И еще один нож, который мне нравится. Его сделал Сережа Бондарь. Это мастер из Северодвинска, наш северный. Якут. Мне, в принципе, нравятся якуты. Очень приятные, они ламповые, они теплые. Якут, он для своеобразной работы. Понятно, что ты не будешь дома, хотя кто-то и строгает колбасу на бутерброды, каждый выбирает для себя сам. Но в них есть народное очарование, есть какое-то вот подлинное что-то. Поэтому взяла еще и якут от Сережи. Да, это хороший нож. Какой из них больше всего зацепил, который, вот, с которым попало вот прям яблочко? Это вопрос? Это вопрос. Мне интересно, попала, угадала хоть с чем-то или нет? Со всеми. Со всеми? Ну, вы такая женщина, с вами согласишься в любом случае. А для зрителей, сколько у Алены? Да, у Алены. У Алены сколько ножей? Можно сосчитать по кольцам на ее ушах и носу. У нее столько ножей дома. Тут получит сувенир. Неправда, потому что их гораздо больше. Ну да. Нет, конечно. Как душа народа, то якут, конечно. Якут. Да. Как такой... Современное прочтение, да, рабочего... Надежный такой, походный, да. Но это... Чтобы вам понравилось, все-таки можно на поясе носить. Да, он тяжеловат, если на шею его вешать, но вот для какой-то вспомогательной работы... Поражает, как он здесь сделал вообще. Да, приятно. Просто. В двух словах о мастерской, где мы находимся, Бинаев, это артель мастерских, вернее, артель мастеров, которые объединились. Одни из, вот у нас и Леша Поляков, Сергей Букша, Дмитрий Костров, у нас Дедюхин Геннадий, который все очень сейчас ждут, и Сережа Бондарь. У них очень разный ценовой диапазон. Сережа делает дорогие ножи, но вот этот стоит вполне себе подъемных денег. Еще раз. 14 тысяч всего. Этот будет 15 стоить, Дедюхин, конечно, подороже, 28. У них есть как рабочие, очень понятные формы для охотников, для рыбаков, для мужчин, которые, ну, просто действительно ножом работают, они просто им любуются, но есть и прекрасные настольные композиции. Так, заинтересовала. Да, прям вот познакомиться с ними, а еще у них есть потрясающая кухня, но это уже другой разговор. Откуда вы все это знаете? Они мне очень нравятся, мне интересны ножи, я поэтому с удовольствием прихожу просто посмотреть, какие произведения искусства они делают. Нет, хорошие, красивые ножи. Да, может быть, вы сейчас посмотрите и скажете, нет, Алена, ты ерунду мне подобрала, а не, вот не, мне нет. нравится вот это. Ну, это такие музейные, мы же рабочие. Вот, прекрасные рабочие модели. Но ну, мне просто понравился оранжевый, потому что яркий. Есть тоже рабочие, но в скромном исполнении. Битый камень, на мой взгляд, более цепкий, чем дерево, но кому-то хочется натуральных материалов. Кто-то, вот да, мне подсовывают, кто-то любит с микартой. Опять же, эта микарта очень классна тем, что ты, когда пользуешься, она начинает ершиться, шерсть на дыбы поднимается у нее, и она более цепкая. Но, опять же, совсем другая форма клинка. Вы какие предпочитаете вообще? Расскажите мне. Откройте секрет. Я вообще женат. Спасибо. Друзья, мы с Виктором Николаевичем на стенде «Нож с котом». Вот сзади стоит Саша, который является автором и непосредственно сам делает эти ножи. И он подобрал для нас две модели, которые, как он считает, ну и я, честно говоря, с этим согласен, могли бы быть ножами Кузьмича. Первый нож – это нож «Снеговик». Это такой походный универсал в ножнах из кайдекса, которые не боятся влаги, которые не мнутся. Как, на ваш взгляд, интересный нож? Да, вот этот интересный. С упором. И ножны мне нравятся. Они такие плотненькие, даже да, если ногой наступишь, а ничего не повредится. Да. И водички не боятся.
Места хорошие. Да. Вот это вот нормально. И цена, мне кажется, приемлема для Кузьмича, что немаловажно. Саша делает хорошие ножи. И да. Стоит доставать удобно его. И мне нравится, смотрите, здесь такое сужение под мизинчик. Да, да, да. Что здесь вот работаешь, когда тяжелая работа, а мизинчиком взял его, что-то аккуратненько, например, продуктики поработать, он руку не тяготит вот таким вот хватом. Угу. Интересный нож. И нож Пионер, он такой, мне кажется, такой более грибной такой. Либо как вспомогательный нож, потому что клиночек у него коротенький. Угу. Он нож незаметный, можно и на шею повесить. На ремень, как вы? И упорчик тоже есть. Мне кажется, вот этот нож можно и ребенку, как первый нож. Вполне возможно. Да, да. Потому что детям тоже надо как бы себя ощущать, что он себя охраняет. И он такой, он-то тоже хороший. И опять-таки ножны пластиковые. Да, 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 да. И нож такой не потеряшка, что даже если его уронил очень где-то. Очень яркий, да. Ну вот, на мой взгляд, интересный, практичный небольшой нож. Угу. Такие вот... Саша делает ножи, бренд «Нож с котом». И смотрите, у него логотипчик в виде котика тоже да, на да, клинке. Да, да. Я отметил. Мне нравится, что еще вот здесь, вот, что ты не натрудишь. Потому что от ножа бывает, когда натрудишь, устаешь. А этот нет, этот такой. Но при этом он и не скользкий. Это да, такой сложный баланс, когда рукоять и не раздражает агрессивными насечками, но и не скользит. Да, мне нравится. Да, спасибо. Купил чего-нибудь? Ребята, а ты ему скажи, я с тобой больше не буду ходить на выставки, если ты мне не купишь нож. Ну, я покупал уже на прошлых. Друзья, ну вот я перехватил Виктора Николаевича у стенда «Волчьей тропы», забрал его от Алексея, и я хочу показать ножи, которые я бы предложил Кузьмичу на кордон. Для начала более простой рабочий нож из PGK. Такой, ну, такой мужской. Мужской. Да, вот, если вы смотрели с Алексеем, на стенде были более яркие, более такие нарядные, да, угу. То здесь это более красивая сеточка, такая уже более мужская, с коричневого цвета. Да, это хороший. Пиджаки долго, хорошо удерживают заточку. И это такой хороший рабочий нож, вполне доступный. Угу. Но к Кузьмичу приезжают и генералы. То есть уже достать такой шикарный нож, когда поработать здесь, уже дорогой порошок. Нет. CPM. Давайте честно. Ну, ведь да. Люди иногда и любят скромность. Можно же накупить себе всего, и понятно, что какой-то охотник уже. Да. А когда человек достает и умело им рабочий пользуется, нож. Да, и видно, что он не просто висел, а он работал, то он, наоборот, уважение. Угу. Значит, бережет вещь, значит, он понимает, значит, сталь хорошая. Что это да. У тебя за сталь? PGK. Конечно. Ну, извини, что я вспомнил. Дорогой? Дорогой, ну, тоже, конечно, бывает. Посмотри, причем этот дорогой, но при этом он очень рабочий. То есть здесь очень хороший порошок, здесь карбон на рукояти, здесь макуми на кольчере получается. Ну, красивый, действительно, красивый, но при этом он рабочий. И упор большой. Да. Здесь поменьше, но достаточный. Вот здесь достаточный, а здесь... Рука уже, может, у какого-то неумелая уже, привык карандаш держать. Угу. Этот раз старичка надо поберечь. Виктор Николаевич, смотри, я хотел показать еще вот такой нож, который вышел. Это мой совместный проект с «Волчьей тропой». Это первый самый нож. Вот я хотел тебе показать. Такой туристический лагерник получится. Как вот в руке? Ну, мне тяжеловато. Тяжеловато? Ну, мне лично. Ну, хотя он очень хороший. Баланс уходит сюда в клинок, то есть им можно и порубить. И с другой стороны, за этой формой он, в общем-то, будет достаточно хорошо резать за счет того, что широкий клинок, спуски будут все равно высокие достаточно. Хороший нож. Вот такой вот, ребята, будет проект у меня с «Волчьей тропой». Какой мы нож здесь выберем? Понравился еще какой-то? Нет, они хорошие. Или остановимся вот на этом? На рабочем все-таки. Ну, наверное, этот, да. Потому что этот, ну, сразу видно и... Не дай бог ты его потеряешь. Ведь когда теряешь нож, потом ты там мучаешься, ты все время ходишь по этому месту. Это как машину угнали. У тебя пропал нож. А этот, ну, жалко будет, но... Но не так жалко. Ну, скажем, все равно жалко будет. Но конечно. Ему можно сразу подобрать замену. А этот, ты будешь говорить, не то, не так. А этот, ну, похож. Мне иногда вещи нравятся, которые я могу, даже если оставил, у вас есть, покажи. О, годится. Угу.
на подмену. Хороший, практичный, да, рабочий, да, нож. Да, да, да. И я думаю, что и по цене он мне подойдет, да, наверное. Да. Виктор Иванович, а вот у нас уже и наши девчонки подтянулись. Юлька очень хочет показать тоже свои стенды. Поэтому я передаю ее, вас в ее руки, а сам пока пойду подготовлю следующий стенд. Вот что мы показа с ними будем делать? Мулине смотреть? А вот вы и удивитесь. Друзья, всем привет! Вот и я наконец-то перехватила Виктора Николаевича, стало быть, товарища нашего гостя выставки, и буду подсказывать ему со своей женской стороны ножи, которые бы я... Так. Я слушаю, не важно. Какая женщина молодец, какая. Я слушаю. Первый нож, смотрите, на этом стенде, мы находимся на стенде Лисицкого, и вот первый нож, который я от души, например, хочу порекомендовать от своей колокольни, да, женской, давайте уж, раз мы начали так, вот этот нож сова. Ну вы так смотрите, я теряюсь. Я слушаю вас, господи, я вас развернул даже, вот камера ушла, а так я вас развернул туда, а то вы все время ко мне поворачиваете, не на танцах, смотри на нож. Сатиновый финиш, спуски от обуха, отлично, фулл танка, классная микарта, теплая, crazy fiber. Ладно, давайте по-серьезному, если я, конечно, посмеялась, такой нож, это типа, ну, на мой взгляд, универсал, который подойдет и для рыбалки, и для охоты, и для похода, который закроет большинство потребностей в этих всех моментах. Как вам? Он сложный нож, по одной простой причине, здесь нету вставки, и все-таки здесь вот этот ограничитель, он скользящий. Скользящий. Я бы вот женщине, которую люблю, я бы не взял его, да, она точно порежется. А которую не любите? То я бы... Так он красивый, конечно. Ну вот смотрите, за счет того, что насечка, можно даже этим ножом работать без перчатки какой-то. Да, конечно. То есть рука вспотнет, рука дрогнет, но не соскользнет на режущую кромку. Но все равно вас привлекает, ну... Что меня привлекает? Меня привлекает то, что им хорошо можно поработать, он надежный, это же фулл танк. И можно и так, и эдак, и нарезать, и рубануть. А сталь какая? М390, это нержавейка, она отлично держит режущую кромку. Ну, как бы конечно, не... по камням лупить не надо, но... Я ну смотрите, устал, если для рыбалки... Смотрите, да, для рыбалки... Для добивания рыбы. Это есть. Ну вы же женщина, зачем вы это делаете? Рыбу надо уговаривать. Зачем? Долго разговаривать, это чем дольше уговариваешь рыбу, тем дольше ждать ухи. Вот такой нож, как? Главное, нож подается, знаете, как я вот знаю, так вот. Да, я знаю, ну просто видите, так ну видите, вот сложилась. Дама подает, возьми. Пожалуйста. Да, нет, это хороший нож, но здесь опять даже, мне кажется... Это конструктивная ошибка. Ой, я не ругаю, да, нож. Нет, нормально. Угу. Я не ругаю нож, но угу, я бы все-таки сделал более такой безопасный. То есть вам гарда понимаю, нужна? Да, я понимаю, что они пытаются его удешевить, угу, поэтому они не делают эту операцию. Но мне кажется, это лишнее. Пускай он лучше будет там на 1500 дороже, но это будет уже надежнее. А это вот... очень хороший нож, рубить. Почему рыбу? На добивание рыбы. Ну, сучки, на веточки. Добивание... Субостатов. А вы еще и стреляете? Нет, я на не... добивание лоси. Нет, медведь нож... подойдет. Его... Участники художественного конкурса. На самом деле, этот нож, он типа для бушкрафтеров. Да? Для выживальщиков, для бушкрафтеров. Ну типа, да, 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 это мачете такое. Да, рубить, ветки, да, да, всякие, да, разные, обустраивать лагерь, вот эти всякие классные темы. Вот на самом деле, я очень любил эту сталь, и до сих пор ее люблю. Д2 тут сталь. Д2, да. Очень люблю. Но я почему-то от нее устал. Почему? Не знаю. Вот было время, просто я думал, только D2, только D2. А сейчас пришел... Она хорошо правится, она такая... Да, да, она долго держит, да, и она надежная. Ну и она вечная, да. Она недорогая, хорошо правится. И она, в принципе, она же кованая. Листы эти, D2. Это не в кузнице, где пропустил что-то. А здесь машина все сделала за тебя. Но я почему-то устал. Мне хочется, знаете, мне хочется, чтобы он был какой-то живой. Чтобы металл как бы в руках становился теплее. Теплее, становился частью тебя, частью руки. А этот, он все-таки холодный, он такой, ну он производственный нож, я считаю, производственный. Вы правы. Вы правы. Его брать в поход, это обалденная вещь. Он тяжелый,
но он надежный, он тебя спасет. Ты нарубишь, ты спасешься, ты там от медведя отобьешься. Нет, на самом деле вы очень верно сказали про то, что нож хочется, чтобы он был живой, как бы теплее. Да, да. И тут фишка в том, что для каждого человека свой нож. И если он для тебя теплее, роднее и как живой, то значит это твой нож. Поэтому нужно ходить на выставки, их щупать, примерять и смотреть. Для каждого свой. Ну, дело в том, что и дается это 3 дня. Первый день приди без денег, во второй принеси немного денег, а на третий принеси все деньги. Много денег. Ну что ж. Нет, замечательные ножи, и я беру свои слова про Мулине обратно. Вот. С сожалением. А вот этот нож, вы, кстати, тут смотрели. Все-таки это вы выбрали. Я не выбирала, я выбрала вот эти. Это, на ваш взгляд, упал на этот нож, и мне хочется узнать, почему, собственно. Ну, потому что 3 цвета. Хорошо. Есть такая книга. 3 цвета. Обворожительный. Нет, он очень удобный. Но он такой дамский нож походный, я бы его назвал. Почему? Потому что опять вот это вот мне не нравится, я уже говорил. А здесь руку не, он держится в руке, и в дамской руке он будет смотреться очень хорошо. В мужской он будет смотреться чуть-чуть глуповато, а в женской вот... Сейчас, наверное, многие мужчины не согласятся с вами, потому что, наверное, очень красиво, очень. И, во-первых, серебряное кольцо идет к этому ножу. И часы серебряные. Вообще. А и если бы еще бы... А, и к сережкам идет. Кстати, а где сережка? Ну, давайте заканчивать на этом стенде. Я буду передавать слово следующей нашей девушке, Алена. А вот это, да, это людям, которые идут в поход, как вы говорите, и тоже ходите. Мне здесь нравится рукоятка. И я бы взял. И я тоже вот устал, значит, от мачете, которая ржавеет, гниется, гнется. А вот это вот русское мачете, я бы его назвал. Это хороший такой фулл-танк, да, рабочий нож, который прям не жалко, утилитарный. Давайте тогда я сейчас отправлю вас к нашей Алене Санне. Это сильная женщина наша. Давайте завершаем и передаю слово Алене. Друзья, я на стенде кузницы «Династия». «Династия», хочу в 2 словах тоже вам рассказать. Они знамениты своими рабочими, понятными формами. Охотничьи ножи, туристические, рабочие, но в потрясающем исполнении с дорогими порошковыми сталями. Откуда они? Они из Ворсмы. Прекрасный город Ворсма. И Ворсма, на самом деле, это кузница ножевая изначально, в которой свыше 80 мастерских, и все мастерские очень разные. И вот это Ворсма, так скажем... премиум-класса. Ножи, которые я для вас подобрала, начну тоже с небольшого, кажется, просто черный граб. Ну, ничего интересного. На самом деле S125V на клинке и потрясающая всечка, серебро, кабан. Я думала, что охотничья тема будет вам интересна. При этом длины клинка и ширины хватит для полноценной работы. То есть это уже не совсем вспомогательный нож, это полноценный и резак с такой широкой рукоятью, опять же, для больших красивых мужских рук. Они идут с классические ножны из растительного дубления, как бы достаточно скромно все, но тоже, кстати, с кабаном, что мне нравится. Плотно сидит, все по классике, свободный подвес, все узнают, все любят. Второй нож, что мне у них нравится. Ребята стали экспериментировать, ну как экспериментировать, они уже давно с этим работают, с ярким карбоном. У них есть Silver Twill, он такой серебристый, как рыбецшая. Но мне очень понравился изумрудный цвет. Потому что у меня зеленые глаза, я люблю зеленый цвет, и фиолетовый тоже. Взяла его, потому что яркий, он тяжелый, но потому что full tank. Опять же, очень достойная сталь. Уже прям полноценный рабочий нож. При этом порошковая сталь долго не тупится, затачивать, кто умеет, сделает сам, кто не умеет, отдаст людям с прямыми руками из плеч. Ну вот по весу вам не тяжело? Нет. А то вдруг я беру, и вы скажете, нет, мне долго будет работать. Если вы берете, мне тяжело. Ну кто знает. И опять же, чем очень знамениты ребята, они делают потрясающие скриншоу, потрясающие рисунки по кости. Вот этот нож, который мне очень понравился, тоже на такую охотничью тематику с медведем. Морж, карбон, зуб мамонта тонированный зеленый, макуме гане и потрясающий нерж-дамаск. Очень красиво. Вроде бы, как вы тогда сказали, музейный экспонат, а в то же время нет, рабочий. Вы бы пошли на рыбалку на охоту с таким? Нет. Жалко? 105 тысяч. Не, ну вдруг это как не на последний идем.
Тяжеловат, да. Опять же, что еще хочется отметить, ребята, это важно. Когда вы берете ножи такие высокохудожественные, с костью, с мамонтом тем более, пожалуйста, аккуратно с ними обращайтесь. Мамонт, например, несмотря на то, что он стабилизирован, он все-таки на перепады температур может влиять, и это тоже важно. Мы не... Иногда недостаточно говорим об этом, мы думаем, что вы все знаете, но все-таки о ножах нужно заботиться, нужно ухаживать. Кузница Династия, рабочей формы, что больше понравилось? Видите, я так давно в этом ножевом спорте, я видел начало, с чего начинала Ворсма, и сейчас был удивлен. Шагнули куда, прямо в космос? Да, куда они пошли. Ну, это, конечно, не для нас, пенсионеров. Но я хочу сказать, это очень важное дело, что можно прийти, увидеть, посмотреть, помечтать, сфотографировать. Хотя бы качественный снимок сделать и повесить на стенку и куда-то стремиться. Вот это ножи для стремления заработать хорошие деньги и купить себе хороший нож. А угадайте, какой мне понравился? Самый дешевый. 45 тысяч рублей. Нет. А, да, да. Нет, но на самом деле он мне понравился, потому что мне нравится всечка. Возьмите за 40 лучше. Нет. 5 тысяч сэкономите, я вам экономлю деньги. Кабан классный. Ради этого стоит... Я вам объясню, зачем вам не нужен этот нож. Ну-ка. Смотрите. Все хорошо, но когда его вынимаете, он становится неуправляемым, и вы можете себе порезать. Здесь... Все-таки это для мужской руки и для мужского доставания. А у женщины рука начинает гулять. Поэтому мизинец ваш передает привет. Ребята, пишите в комментариях, будет ли у меня гулять мизинец. Потому что я со своим 10-летним опытом, мне будет прямо интересно, разойдется мнение. Ну, я видел, рука у вас гуляла. Это от трепета и восторга, когда я прикасаюсь к такой красоте и от того, что я с вами работаю. Здесь обалденный нож стоит, то, что они придумали, да, Виктор Цой. Дело в том, что я в Петербурге жил раньше, в Богословском кладбище, где похоронен Виктор Цой. Так вот, я вам хочу сказать, да, и я ходил, клал сигареточку к нему, к памятнику. И здесь тоже сигарета, нож красоты неимоверный, музыка, сделан специальный аквариум для этого ножа. Но стоит он, я даже не буду вам говорить. На самом деле, если бы я знала, что вам не охотничьи нужны, я бы сразу повела к этой красоте, но мы ее сейчас показываем. Этот хороший нож, очень хороший. Но, к сожалению, не можешь купить шубу, покупая ватник. Пойдемте за ватником. А перед этим посмотрим все-таки на Цоя. Друзья, мы на стенде у Леонида Васильева и будем выбирать ножи для Кузьмича. Леонид Васильев – известный мастер, который делает ножи из ламината. То есть вот, например, на этом скиннере у нас в середине порошковая сталь, которая будет надежно и эффективно резать, и обкладочки из дамаска. На рукояти карбон. Возьмите в руку, как на ваш взгляд. Такой вот нож Кузьмичу бы подошел? Ну, такой эстетский. Нет, все-таки у меня рука мужицкая такая. Это такой вот либо вора-писальщика, либо вот, я не знаю, но такую красоту на охоту брать я бы не стал. Но знаете, ребята, которые покупают дорогие ружья, там за 1,5 миллиона ружье, почему бы и нож там за 50-60 тысяч? Нож все равно, но сердце обливается. Нет, ну этот нож так для красоты. Но а не... я считаю, нож должен работать. Если он хорошо ложится в руку, тем более же это скиннер, и можно там и по шкурке. Но у вас рука меньше. Чуть-чуть поменьше у меня рука, да. Да, у меня все-таки мужицкая, а у вас такая интеллигентная. Ну, а в целом, как внешне такой нож вам? Очень красивый. Красота? Очень, 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 очень. С такой душой это все сделано. На мой взгляд, нож сочетает в себе как произведение искусства, так и инструмент. За что лично я люблю ножи Леонида Васильева, что это полноценный функциональный рабочий нож, но при этом он и красивый. Да, да. И вот еще тогда другой нож, может быть, вот на этом рукоятка вам покажется удобнее. Он легенький, потому что здесь деревяшечка. Да, я видел, да. Я обратил на него внимание. Да. Ну тоже, но все равно это... Нет, мне какая-то другая рукоятка, а это... Какая-то другая? Да. А давайте посмотрим.
это же все-таки выбираем нож для Кузьмича. На что глаз ложится? Вот здесь покрупнее рукоять. Ну, это ближе уже. Ближе ну, уже. Да, ну, тоже. Хотя здесь вот... Да, жалеют руки наши. Вот он пальцем упираешься, потому что когда его нету, ну, все время здесь вот... Соскочить может. Да. Ну, вот, скажем, вот... Все-таки вот этот вот кухонный. Кухонный, хороший. Очень хороший. Вот, это просто подарок. Что понравилось? Мне понравилась вообще эстетика, красота. Ну вот я беру там, с дамой разговариваю, огурчик режу. Раз пальчик, и все, и не порезал. Да? Потому что по накоточку все идет. Не, очень красивый. И, конечно, женщина, когда увидит мужчину на кухне, в переднике, да с таким ножом, о, сколько у вас детей будет. На самом деле, одни из самых сложных производств ножей – это именно кухонные. Люди зачастую ими пренебрегают, а ведь большую часть работы мы все-таки делаем именно по кухне. Конечно, и это заточку держит, это 100%. Ну да, Леонид использует очень хорошие порошковые стали. Угу. Тут, смотрите, еще через медь. Да. Он будет и долго служить, и хорошо работать. Угу. А еще хотел спросить, вот такой вот нож, как может быть для рыбака? Смотрите, такой вот узенький. Ну, он такой как близок к филейному, но не филейный. Ну, не филейник, да. Вы говорили, что не очень любите филейник. Очень хороший, вот этот хороший нож. Юркий такой, в руку хорошо ложится. Мне нравится еще вот в рукоятке он делает. Это пины, некоторые делают сквозные отверстия, расклепывают, а он специально трубочка, она обрезается, и пин получается. Очень хороший, красивый. Но это вот дама. Стоит мужчина, режет, а тут дама. Ну да, очень хороший, красивый. Тоже я люблю, Леонид, вот эти вот узкие, я их называю щепками. Такой юркий, комфортный нос. Ну хорошо, пойдемте на другой стенд. Пойдемте. И выберем что-то чуть более, может быть, брутальным. Надеюсь, вам понравится. Мы находимся с вами, друзья, на стенде техновинки Артемьева Алексея. И тут я выбрала классную оранжевую технофинку. Сейчас я объясню, почему я выбрала эту технофинку. Ну, во-первых, здесь сталь Elmax, спуски от обуха. Она классно держит заточку. Классная длина, опять классная. Скажу, офигительно. Длина клинка, которая будет выполнять множество задач. Но фишка здесь в чем? Фишка в рукояти. Здесь синтетическая микарта, и плюс ее в том, что она не впитывает ни запахи какие-то. То есть, ну вот, например, рыбку разделываете, и, соответственно, ничего, она там ни грязь не впитает, ее легко помыть, и, соответственно, микарта – это теплый материал, который, например, в холодное время года будет отлично лежать в руке и не морозить ее. Плюс финка – это всегда эргономичная рукоять, грибочек классный. Можно его легко достать из ножны, из кайдекса. Также не марки, легко моется. Ну да, вы сейчас открыли вот этот замочек, который удобно на карман. Обалдеть. Финочку. Вот я, вот здесь вы меня, конечно, уели. Я бы мимо прошел. Ну вот, вот возьмите, достаньте из ножен финочку и пощупайте. Скажите мне ваши ощущения. Как вам в руке? Очень удобно вынимать. Ну, у меня первый нож был, когда я охотником стал, вот первый нож у меня был такой, просто. И у меня к ним отношение, ну, как к такому охотничьему детству. Да, конечно, да. Но при этом она яркая, ее, во-первых, не потеряете там. Вот опять, она что? Яркая. Она яркая. Нет, между прочим, я когда ходила, узнавала у ребят, какие финки покупаются чаще у них, именно с оранжевой рукоятью покупаются чаще. Вот мужчинами, которые ходят в лес, походы, на рыбалку, потому что ее хорошо видно. Ножем легко можно Рыбачистый зеленый почему делаю? Почему? Потому что часто ее теряют в ведро. Раз, картошку почистили. Ну, вот так же. То есть... Нет, эта финка не пропадет, конечно. Нет, и вы молодец. Вы выбрали качественно. Мне нравится. Больстро вот этот, да? Да, обалдеть. И меня здесь не раздражает то, что нет упора. Она не для того, чтобы... И мне нравятся спуски. Очень хороший. Грибочек очень комфортный. Да. Возьмите, пожалуйста, в руку. Ну, конечно. Хотите посмотреть? Очень красиво. Да. И в женской руке, и в мужской, в принципе, смотрится нормально. Да? Вы такой бы себе взяли? Конечно. Одобрены. Только есть еще такие, они еще и плавают. А, ну это знаете? Бренд, да. Знаем такой бренд, который плавает. А ваш нож? Нет, не мой, к сожалению. Спасибо вам большое на этом. А ценовая политика? Все, верни. 16 тысяч я возвращаю. Друзья, мы на стенде компании «Икметь».
Здесь я хотел показать ножи, которые уже стали таким лицом этой компании. Это вот ножи «Акула». То есть классическая достаточно форма с фальш-спусками из хороших сталей. Здесь много вариантов на самом деле у них исполнения. Есть очень хорошие порошки, более дорогие. Есть более бюджетные, более доступные. Но вот мне этот нож очень нравится. Такой хороший походный универсал. Он не очень легкий в руке. Он достаточно увесистый. Но это такой достаточно хороший, понятный нож. А ножны какие к нему? А ножны есть разные. И кайдекс же есть, да? Кайдекс есть, и кожа есть, погружные ножны. То есть достаточно удобный, хороший, рабочий, практичный нож. Вообще здесь вот такой лучше. Да. Я вот как раз выбирал один из таких ножей для себя, именно ходить в походы, чтобы нужно было удобно в кайдексе размещать на снаряге, где удобнее, когда, чтобы не болтался, его можно было сунуть и под... Мне нравится вот это. Мелкая насечка очень прикольная, такая удобная. И она и палец сильно не наминает, и с другой стороны, он палец не скользит. Вот эти ножи вам приглянулись? Да, вот эти просто произведения. Легонькие, всадной монтаж. Здесь вогнутые спуски. Нож будет очень хорошо работать по нарезке. Он сам легкий, то есть им удобно действительно будет работать. И по продуктам, и по мясу даже будет им хорошо работать. Рука не забьется, не устанет. Вот акула из очень хорошей стали. Уже в другом немножко исполнении. Да, тоже. Но дороже. Да. 10 на 10, уже... если не больше. Ну, в принципе, цены у них достаточно доступные. То есть здесь не... Ну, нет, не да. Космические, да. Но, не 50, не 60, а где-то под 30. Да, то есть это уже такой более серьезные стали. Хорошие. Да, но это действительно уже... Очень хорошие. Ножи. Ну что, есть что посмотреть, да? Да. Может, что-то еще посмотрим? Что-то понравилось, на что-то легло? Да тут много хороших. Много хороших. Кухонники есть интересные. Да. Тоже из топовых порошков хороших. Можно набор сделать. Да? И подарить любимой. Да, класс. Чтобы рука у нее не уставала при нарезке салата. Она нифига не делать не будет. С красивым ножом ты купишь. Будет греть. Пойдем мы дальше, друзья. Да. И вот мы пришли, наконец-то, на стенд Phantom Tools. Я завершаю, так скажем, свою часть этим. А все почему? Потому что до этого я выбирала рабочие ножи, такие полноразмерные, большие. А Phantom Tools у нас известны как раз небольшими миниатюрными шейниками, вспомогательным ножом. Я считаю, что это тоже важно. Иногда в поход тебе достаточно взять один большой и один какой-то вспомогательный. Ребята-москвичи делают потрясающие просто вот эти свои технофинки маленькие. Они на прошлом клинке весной произвели фурор. Прям все меня дергали, что Алена, ты видела или нет. И я думаю, вы сейчас возьмете в руку и поймете, почему. Миниатюрные, но очень как бы цепкие, рабочие. Битый камень, тоже хватка в руке лежит. К110, рабочая сталь вполне. И тоже яркие. Вот яркий маленький шейничек, что-то подрезать. Что-то надрезать, какую-то там сделать деликатную работу. Есть побольше вариант. Тоже взяла яркое, потому что, ну, у них очень много в такой вот окуневой серой микарте. Видите, окунева на окушков похоже. А мне нравится, сейчас меня тянет на яркое. Поэтому вот я выбрала ярко-голубой, тоже ВГ-10 здесь. У вас корокс на стали, это аналог N690, очень хорошая такая рабочая сталь. Здесь рукоять попухлее. Вот здесь она более сплющенная, здесь прям совсем тоненькая, здесь потолще. Да, а у вас такая бочкообразная. И вот небольшая, но очень рабочая история, на мой взгляд. Либо девушке подарить, ребенку. Знаете, маленький нож, шейник, как называют, нож, как? Это самое, вздох последней надежды. Когда ничего не осталось? Вот да, да. Очень мне нравятся ребята, у них есть тоже канадцы, но вот здесь мне понравилось именно по форме, да, потому красиво. Что она заполняет ладонь, то есть ты держишь, она прям продолжение руки. Но кто-то не любит, потому что она некрасиво залапывается. Все очень разные, мы показываем разные варианты, но вот мне нравятся яркие ножи. Ну, я не знаю, а масло что отменили? Кто-то пропитывает, кто-то в льняном масле там, дерево вываривает, например, зашлифовывает лак, а потом вываривают. Это как бы каждый поступает по своему усмотрению. Но здесь, кстати, еще очень удобные ножны. Попробуйте. Да, да, конечно. Очень мне нравится, что... Да, под вот патч... Это ножны для девушки. Они просто максимально удобны, что ты просто конечно, большим пальцем буквально выстреливаешь его. Ну и можно, пожалуйста, хотите на шею, хотите на пояс, хотите на там клипсомоле, ты можешь на рюкзак себе его
опять же, куда угодно. Очень хорошо. И порядок цен у ребят вполне себе адекватно. Вот это стоит, опять же, очень люблю, когда сразу написан ценник 15 500 за вот эту красоту и 14 300 за вот эту. Фантом Туз, вам что понравилось? Сразу будет спрашивать, угадала, не угадала. Интересно мне. Не, мне нравится. Вот расческа нравится. Человек с бородой как раз подойдет, да? Да, шучу. Нет, я вообще люблю маленькие ножи. Маленькие ножи это... Ну как, это возвращение в детство. Даже карандаш отточить настоящим ножом, это не точилкой работать, а все-таки ножом. И, да, и щепочку можно. Это как в сказке, ты как для дюймовочки готовишь что-то. Вот второй стенд и почти не угадываю. Там нужно было Цоя показывать, здесь надо было тоже маленькие ножи. Я все за собой... Нет, эти хорошие. Вот этот мне очень понравился. Очень, да, он и тяжелый, и хороший. Технофинки очень ярко, необычно, самобытно, они выделяются из общего ряда, поэтому глаз цепляется, поэтому и выбрала. Здорово, у вас хороший вкус. Спасибо. Мадемуазель. Спасибо. Друзья, мы находимся на стенде Фурсач, прекрасные ножи. И что я хотела бы здесь специально для вас порекомендовать и узнать ваше мнение по поводу ножей, которые я выбрала. Вот смотрите, как насчет вот этого ножа, который так и называется рыбацкий. Если интересно, сразу скажу, здесь теплая рукоять, пощупайте. Да, очень хорошая. У вас большая рука мужская, крепкая. Как вот вам, например, лежит эта рукоять в вашей руке? Ну, рыбацкий, потому что он как бы филейный считается. Ну, да. Но дело в том, что вот этим филейностью вы себе все пальцы проткнете. А зачем протыкать пальцы-то? Надо рыбку что... протыкать? Нет, надо уметь резать рыбу. Ну, там брюшко вот так. Ну, в общем, возьмите другой нож. Конечно. Да, это такое? Очень хороший, красивый нож. Но я бы даме не рекомендовал. А почему даме? Я же для вас смотрю. Для себя-то у меня есть. У меня есть ножи, которые я... Покажите свои ножи. Они у меня дома, в Петербурге. А я в Москве приехала без ножей, понимаете? Не, ну хороший, красивый нож. Вот, смотрите. Ну, тогда давайте вот этот нож. Это более такой универсальный нож. Да, вот этот ближе. Да, очень хороший. Красивый. Тут, во-первых, смотрите, и рукоять теплая. Вот, видите, о чем я говорил? А, вы про это, то есть... Вот. Конечно. И вот здесь, посмотрите. Это... Плюс. Да, удлиняет процесс, но это... Безопасность вашей руки. Я хочу же ее целовать, а не отсасывать кровь у вас. Я же не вампир. Хороший нож. А что конкретно нравится, кроме вот этого, получается, больстра? Который... Ну, мне нравится труд, который вложен в нож. В каждый нож вкладывается труд. Здесь видно, что его вкладывали с душой. Ну, во-первых, тут сталь еще, пиджаки. Да, это конечно. Прочная такая прям держит хорошо это. Кромку, его раз нормально заточить, и, соответственно, можно не париться, только по камням не бить. Я уже, у меня был опыт, мне сорвалась рука, и я по камню долбанула такой сталью и очень расстраивалась. А это вы тут камень разбили? В общем, из этих двух вы выбираете вот этот более такой стандартный. Ну я вынужден, вы мне показали только два. Ну подождите, вы можете посмотреть и другие ножи, в принципе. А почему вы не хотите вот этот нож? Ну потому что это больше для кухни. Это пчак. Ну это можно взять с собой на рыбалку. Ну, если салатики какие-нибудь там. Конечно, конечно. Это, безусловно, и рыбку порезать можно. Я же, знаете, смотрела, чтобы у вас функционал, чтобы работать им, например, было там рыбку сделать там, либо там, не знаю, кабанчика какого-нибудь, или еще что-то. Можно, пожалуйста, отдать? Что может быть тогда вам еще? Ну, вот они этот... такие красивые, я бы тоже они, не взял. Да, они, не безусловно, взял. Красивые. Все-таки, если мы выбираем, то какой-то большой, но этот очень красивый. Я вот тоже... Если мне просто вот лезгинку танцевать, то да. А если работать, я бы все-таки выбрал что-то посмотрите красивое, но не так, чтобы музейно. Ну вот смотрите, а вот если вот такой. Ну вот это поближе, да. Вот это поближе, да. И травление Булат. Такое интересное. Булат. 65 единиц, и да. И рукоять теплая, эргономичная, да. Слегка пухлая. Если что, можно темлечок навязать. Вот это хороший, да. Но здесь, видите, здесь нет, мелко. Нет, да, понятно. Ну, то стало быть, тогда обращаем внимание на тигра. Я сразу. Ну, да. Да. В общем, на этом стенде мы выбираем тигра. Согласовано? Ну да, тигр. Да. Ну, если я с вами пойду куда-нибудь. А так-то я без тигра. Хорошо, согласовано. Ну, собственно, теперь не я повела по стендам, а меня повели по стендам, чтобы показать классные кухонные ножи. Я вас слушаю. Вот. Написано буква «Д» это. Дамир. Дамир? Да. Он это все придумал,
и он дает на этот нож гарантию 25 лет. 25 лет, а мне пожизненно. Я когда увидел этот нож, я его купил. Он даже скидку мне не сделал. Говорит, зачем? Это хорошие ножи. А, но я хочу сказать, вот это не нож, а счастье на кухне. И поэтому, счастье есть. Поэтому, когда я нашел свою жену, я ей подарил этот нож. Как-то глупо будет, я про жену говорю, буду вам давать. Нет, ну просто потрогать. Я трогала, да, ножи Сафарова. Они мне понравились тем, что они необычайно легкие. Это безумно классно, если приходится целый день, например, стоять на кухне, на Новый год крошить салаты. А вы еще знаете что? Меня поражает, потому что это, в принципе, минимализм. Да. Это... Ничего лишнего. Да, да. Ничего. Вот в этом я с вами на самом деле, да, очень согласна. И они на кухне всегда готовы к работе. Потому что женщины все время надо говорить: милый, заточи мне нож. Вот здесь не надо. Он всегда заточен. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Так что приходите за ножами. Присматриваем кухню здесь. Спасибо. На стенде Сафарова. Спасибо. Рекомендация. Ну что, друзья, вот мы прошлись по некоторым стендам с Виктором Николаевичем. Выбирали нож для Кузьмича, на кордон Кузьмича. Какие ножи больше всего понравились? Что-то есть, вот на что запал взгляд? Да полно, полно. Просто надо рассчитывать финансы, надо было экономить. Готовиться к выставке. Да. Это всегда вот чревато. Ждешь-ждешь, а финансы поют романсы. Нет, на прийти сюда с мешком денег и уйти отсюда с мешком. Ну, не надо с мешком. Даже. Хватит и карточки. Здесь принимают карточки. Да? Да. И прошли мы, опять же, 1/10. Вот больше даже не получается. Даже, наверное, не 1/10. Здесь более... Ну, почти 300 стендов, а мы прошли, ну, буквально там 12-15. Ну, будем считать 1/10. Да, 1/10. И, конечно, стенды на разный вкус, на разное количество бабосов. Да, на количество налички. Где возникают вопросы, кто же это покупает. А на самом деле все остальное, и мне нравится, не увядает продажа топоров. Топоры хорошие. Развивается. Да, топоры хорошие, и смотришь, и за топорами женщины идут. То ли они все хотят стать раскольниками, то ли все-таки муж несет домой какое-то животное. Нет, молодцы. Во-первых, впечатление, потом есть возможность, если какая-то дата или, скажем, какое-то событие, то купить какую-то вещь, которая будет тебе напоминать. Не просто фотография, а именно вот вещь, которая напоминает. Памятную. Да, она держит это тепло, она держит это воспоминание. Я за это. У меня много ножей, и с каждым ножом что-то связано. Я его потрогал, я вспомнил, улыбнулся, или наоборот загрустил, там, скажем, увидел нож кованый и сразу вспомнил человека, который меня очень сильно обидел. Но я его не стал искать. Если даже он есть, пускай прячется, это его жизнь. А моя жизнь — удивляться, радоваться и приносить удовольствие всем окружающим. Надеюсь, я никого не обидел, со всеми снялся. Да, Виктор Николаевич очень много постарался со всеми вот с желающими фотографироваться. Внимания вам было очень много. Нам местами даже чуть-чуть мешали. Ну, это вранье, конечно. Внимание все-таки к ножам было больше. Ко мне так. Человек, у которого деньги кончились. А, это вы? То есть я был таким... Наконец отвлеклись, когда от ножей. Да, здесь больше развлечений-то нет. Ни бильярда, ни хоккея. Здесь только ножи и я. Поэтому как спасибо. Как вам наша... Прекрасная половина нашей команды произвела на вас впечатление? Да, я с скепсисом так относился. Женщина, ножи. Нет, они умницы, они разбираются, знают, что какая-какая сталь. У них есть свои фавориты, что очень важно. И они их не предают. То есть вдруг на ножах проявилось такое качество. Если ты один раз полюбил, то это ты будешь любить. Там, скажем, мы зашли на стенд. Не буду говорить с кем. И у меня такое отношение, а я вижу, что человек любит это. И я засомневался. Может, я не прав. Может быть, я очень как-то бросово отношусь. Нельзя бросово, надо смотреть. И меня, конечно, впечатляют люди, которые около ножей. Это сказочные люди. Это они вроде бы к ножам-то и не имеют отношения. Дерево, металл. Но они душа этих ножей. Нож стоит, но я понимаю, что купили там металл,
ручку там купили, дерево там, а здесь ножны кто-то сделал с душой. Mm-hmm. Нет, это, во-первых, обалденное занятие, обалденное хобби, если кто-то себя нашел. Ведь можно сделать в гараже маленькую мастерскую и сделать нож, от которого все ахнут, сам. То есть не обязательно завод, не обязательно фабрика со станками. Руки. И, главное, прямые руки. Да, и еще, все-таки пожелание. Огромное количество людей я смотрел, которые пытаются говорить, я заточу, надо внимательнее относиться. Все-таки нож, поправлять ты можешь его сам. А заточить ты должен найти человека, которому ты доверяешь. Либо стой и смотри, что он там делает. Mm-hmm. И то не надо. Поэтому вот и несите ножи свои, которые дома, чтобы здесь поправить, чтобы их смазали маслом, чтобы убрали заусенцы. И похвастаться. Там есть такое отдел, это самое. Ножи Советского Союза mm-hmm. складные. Я все эти ножи прошел, в песочнице играл. Но они здесь есть. Детства, да? Да, можно посмотреть, как да. на музей пришел. И мне нравится, что детей много. Детей, и все-таки родители начинают им потихоньку покупать что-то. Не просто грибы и колбаски, а и ножи. Да, вот сегодня ко мне несколько подходили, как раз родители с детьми, и дети сами достают, говорят, вот, Саныч, посмотри, какие ножи у меня есть, какие мы ножи сегодня купили. Так было, то есть вас дети... смотрят? Смотрят, да. Их смотрят. Значит, и меня смотрят. Ну, вас все смотрят. Нас смотрят наши дорогие подписчики, нажиманы. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки, писать свои комментарии, жамкать колокольчик. Всем добра!